Сегодня 16 июня, вторник. Голосование по поправкам в Конституцию все ближе. В Югре готова первая партия бюллетеней. В общей сложности региону понадобится больше 1 000 000 бланков. В связи с эпидемиологической ситуацией увеличены сроки голосования. Оно продлится целую неделю с 25 июня по 1 июля. Югорчане могут высказать свое мнение, не выходя из дома. Всем желающим бюллетень доставят прямо в квартиру. Заявку можно подать через портал госуслуги, в МФЦ или по телефону участковой избирательной комиссии.